жить с широко распахнутыми глазами, радоваться, удивляться, смеяться, словно ребенок, баловать себя, окружать красивым и, главное, ценным, слушать свои желания, договариваться с собой, работать, наполнять каждое мгновение смыслом. Пусть даже этот смысл в простом глотке ароматного чая, но он для вас особенный и важный. Даже если мир сер, старайся жить ярко.